Здравствуйте всем, кого не видела, кого давно не слышала. СОС, как говорится, СОС. Ищем хозяев на последние пары, либо на те модели, которые по два размера, ну максимум три размера. Начинаем обзор. Смотрите, сегодня покажу вам, например, вот эту модель. 38 размер. Один он остался. Фабричная Турция, натуральная кожа. 38 размер. Ну, они мне, естественно, будут чуть маловаты. Учитывайте, да, девчата, у меня 39 свой размер. Так, смотрим. Хорошая колодка, реально, просто вот идеальнейшая. Ну, они мне чуть-чуть, естественно, маловаты. Так, садятся прямо на стандартную ножку. Отличнейшая, классная вещь. Мягкая, все-все-все от и до из натуральной кожи. Цена у них была 6200, сейчас их отдаем 4000 рублей. Успевайте, последний размер остался. Вот и эта модель осталась то ли в одном, то ли в двух размерах. Вот на мне вот это сейчас 39-й, господи, мой размер. Фабричная Турция, натуральная кожа, классная. Вот у меня нога худая, кто знает, да, вот здесь вот у меня 22 сантиметра. Вот здесь, в принципе, они мне сели так-то прямо хорошо. Очень мягкий, вот мягкий-мягкий, пластичный цвет, он такой серый, так, очень красивый. Классная вещь. Так, все здесь амортизирует, все замечательно. Были 5800, сейчас за 4. Кто успел, тот молодец. Вот эта модель. 6200 первоначальная стоимость. Остались 8 и 40 размер. Это я мерю сейчас 40 размер. Это натуральная кожа в лазерной обработке. Сейчас покажу, как они на ножке. У меня нога худая. Вот смотрите, они на мне вот так. Вот, кстати, очень хорошо они на мне сели. Прям вот не узкие, не широкие, прям четенько. Кстати, кто не любит вот такие вот небольшие побрякушки, ну, в принципе, при желании их можно кусачками просто вот здесь вот их ну, полопать, как говорится, извините за мой сленг. И здесь будет просто вот такая вот соединительная красивая штучка. Классная вещь, 4000. Последние размеры. Были, еще раз скажу, они 6200. Хорошая вещь. Вот этот размер, 39 остались. Они 38, по-моему, есть. 40 уже навряд ли. Так, тоже кожа, тоже фабричная Турция. Показываем всю кожу. Вот такая классная штучка. Мягкие, мягкие, очень легкие. Здесь прям кожа такая достаточно перчаточная. Цена первоначально 5600, сейчас за 4000 отдаем. Вот эти модели. Так, они с 39 и 40. Два размера осталось. То же самое, фабричная Турция, натуральная кожа. Кто успел, тот молодец. Вот такая чистая классика. Легкие, аккуратные, мягкие. Следующая модель это... Вот эта, кстати, модель мне очень нравится. Сейчас я вам покажу ее поближе. Первоначально они были 4600. Сейчас их отдаем за 2500. Кто успеет, тот прям золотой человек. Здесь они на липучке регулируются. Здесь тоже они на липучке регулируются. Обратите внимание, очень такая хорошая податливая подошва. И кожа прям такая толстенькая-толстенькая. По-моему, они то ли одни остались, то ли два размера. Здесь надо уточнять. Да, 2500, были 4600, сейчас за 2500, девчонки, успевайте. Так, вот эта модель, они остались 40 размер, значит, он уже последний. Последняя пара, фабричная Турция, были 5950, почти 6, сейчас отдаем за 4. Вот это просто мягчайшая, мягчайшая подушечка у них. Так, господи, я теряю время. Так, вот смотрите, они вот такого плана. Вот здесь нужна шире ножка, потому что, видите, они мне вот здесь широкие. У меня нога очень худая, вот здесь они мне широкие, и здесь они мне широкие. Так, они целиком полностью прошиты, у них обалденная подушка, амортизация просто потрясающая. Но по полноте они мне не сели. Кто успеет, тому будет счастье. Да, 5900, последняя пара. Вот эти Саба. 42 размер, последняя пара. Но у меня 39, эти 42. Вот эти Сабы, они, я бы сказала, что чуть-чуть маломерки. Натуральная кожа, фабричная Турция, тоже с перфорацией от и дошенька. Были они у нас 5800, сейчас их отдаем за 4000. Далее, 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 что вам еще показать? Вот эти модели, смотрите, вот эти модели, они черный цвет и белый цвет. Ну, белый, знаете, такой вот в лазерной обработке даже отдает серым цветом. Начально они были 6200, и изначально они шли, вот эта модель белая, 40 по 42, эти были с 36 по 40, здесь размер надо уточнить, вот этот размер 41, смотрите, у меня свой 39, они чуть маломерки, ну, не чуть, а капитально маломерки. И вот эти модели садятся на
такую стандартную, обычную, нормальную ножку. Фабричная Турция, натуральная кожа. За 4000 начальная цена была 6200. Вот эта модель в одном размере остались. 38 размер, фабричная Турция, натуральная кожа в лазерной обработке. 38 размер, одна пара, 4000. Вот эти модели. Белый 38-й, последняя пара. Бежевый 39-й, последняя пара. На небольшом каблучке, натуральная кожа. Обалденная колодка. Сейчас я вам покажу. Так. Смотрим, вот, смотрятся они вот так, прям такая чистая, хорошая классика. Женщины у нас их разбирают просто на улет. Тоже были 6 почти, сейчас отдаем за 4000. Все из натуральной кожи, ни эко, ни прессовка. Обращаю на это ваше внимание. Вот эти саба, 39, 8 и 40, наверное, остались. Вот здесь они мне широковаты, натуральная кожа, классная вещь, небольшой такой хороший каблучок, и плюс еще у них удачное сочетание, вот такой персиковый цвет и белый цвет. Первоначальная цена 6200, сейчас за 4. Вот эти две модели, 39 и 40, 5900 первоначальная, сейчас их отдаем за 4. Вот такой серый цвет и белая. Такая классика. Они мне вот широкие, что вот эти, что вот эти. Это фабричная Турция, фирма Мама Мия. Кто их знает, тот молодец. Вот эти, одни, один размер остался, 40-й размер. Были 5900, сейчас за 4. Любая модель за 4000. Смотрите, вот эти, они мне широкие. Видите, вот здесь вот идет вот такая рабочая резинка. Они мне широченные. Сюда нужна прям такая хорошая, широкая ножка и хорошая подпяточная высота. 4000, фабричная Турция, натуральная кожа. Так, что вам еще не показала? Вот эта модель, 37 размер, ну, они мне малы, но больших размера нет, покажу хотя бы вот так вот. Хорошая подпяточная высота, очень удобная колодка, вот эти отдаем за 3500, последняя пара. Первоначальная цена у них была 4500. Далее сейчас пройдемся. Вот эта модель 5900, последняя пара, 39 размер, натуральная кожа. Чистая такая, гармоничная классика. Подходит, ну, на такую, на стандартную ножку. У меня они чуть-чуть широковаты, но не критично. Отдаем сейчас за 4000, первоначальная цена 5900. Вот эти, они остались, так, вот это на витрине 37 размер. И, наверное, там еще 3 размера остались. Вот, девчонки, уточните, пожалуйста. Так, это семерка. Ну, они мне, естественно, малы. А так они прикольные. Вот здесь вот такой орнамент, бант, он прям такой. Вот сейчас это очень модно. Плюс еще вот такая идет стилистика. Мишки, золотые вставки на любителя. Кто любит, тому будет великое счастье. 4800 начальная, сейчас их отдаем за 3000. Вот эту модель я прям очень люблю. 3900 начальная стоимость. Они у нас последняя пара, 39 размер. Смотрите, вот эти мне чем нравятся. Так. Вот, у них здесь очень хорошее, вот здесь вот именно держание ножки, видите, на мне 39-е, они четко идут размер в размер, и вот здесь они подходят на любую ногу, на стандартную шире, ножка она сюда тоже зайдет. Первоначальная цена у них была 3900, сейчас мы их отдаем за 2500, девчонки, успеваем. Далее. Дайте я сейчас сориентируюсь и что-нибудь вам тоже интересное покажу. Кстати, вот обращаю ваше внимание, смотрите по витрине, если вдруг что понравится, вы делаете скриншоты, я вам все потом расскажу. Вот эта колодка, они в последнем размере, фабричная Турция, натуральная кожа. Так, смотрим, это сандалики, прошитые от и до. Они садятся на широкую такую ножку, на прям очень хорошую полноту, потому что видите, что здесь творится, они мне широченные от слова совсем. Цена у них была 5600, сейчас их отдаем за 3500, последняя пара, они в остатках. Ну, в принципе, наверное, ну, вот эти вот еще модели, давайте немного про них расскажу. 4700, фабричная Турция, они вот в таком сером цвете и вот такой песочный цвет, ну, такой вот цвет персиковый, так скажем так. Это 37-й, извините, они мне малы, но размеры они точно есть. Здесь идет натуральная кожа. Что мне в них нравится, у них хорошая подпяточная высота. Прям вот как будто стоишь на небольшом каблучке. Здесь идет сетка, она не колется, не порвется, ничего абсолютно. 4700 они были, сейчас они идут по стоимости 3000. Девчонки, спрашивайте, сколько и какие размеры они остались. Ну, наверное, на сегодня хватит.
и так много чего показали. Делайте скриншоты, смотрите, если вдруг что понравилось, сигнализируйте, присылайте фотографии. Всем отвечу, расскажу, помогу. Всех целую, всех пока!